Новелла готова уже на 98%. Известны даты эпизода. Мне дали ранний доступ к 4-му эпизоду, а также интервью с батей Антона. Немножечко про Птути и многое другое в новом выпуске новостного ролика по зайчику. Ну а перед началом ролика обязательно поставь паузу, поставь лайк, напиши какой-нибудь комментик и, собственно, продолжи просмотр. Спасибо. Ну и не будем тянуть микрофон тут пингвин, погнали. Начнем с очевидного. На днях Сайкона дропнул тизер 4-го эпизода зайчика, и я даже успел сделать на него реакцию, разбор. Но скажу честно, разбирать там особо-то и нечего. Видно, что тизер — это просто фанатский косплей. И основная мысль тизера — показать в конце дату выхода 4-го эпизода. И дата выхода, барабанная дробь, 31 мая. Кстати, мой разбор данного тизера можно посмотреть по ссылочке в описании. Во, вот я про это и говорил. Не поверит, мальчик это или девочка. Не в обиду косплеерам. Не в обиду, не люблю просто меня. Пока вы ожидаете 31 мая, я сижу и уже записываю для вас 4-й эпизод «Зайчика». Ведь мне, как доверенному лицу и главному ютуберу по нашему тени, по тайне-бане, дали ранний доступ. Но, к сожалению, до 31 числа я не могу вам ничего показывать и рассказывать о 4-м эпизоде. Но зато, как только выйдет эпизод, то сразу же я выложу 4-й эпизод по руту «Изгоя». И, конечно же, подрубим стрим и поиграем в другие руты. И в связи с этим, как вы поняли, я уже начал проходить рут изгоя с первого эпизода и выкладывать его ежедневно к себе на канал, чтобы к 31 числу, тютелька в тютельку, как выйдет новый эпизод, выложить продолжение, как я сказал ранее. Поэтому, если тоже хочешь вспомнить сюжет и поностальгировать, переходи по ссылке на плейлист и погнали со мной проходить тайне-бане каноничное прохождение рут изгоя. Разработчики новеллы, поступившие в Птути, не перестают радовать отчетами о проделанной работе. 26 марта разработчики в группе написали, что работа над новеллой идет очень медленно, но самое главное, что идет. То, что почти вся команда совмещает работу с учебой, и то, что времени на разработку новеллы удается выделить гораздо меньше, чем раньше. Но вроде как сказали, что постараются закончить игру к сентябрю 2023 года, что на самом деле не может не радовать, потому что я думал, что выйдет она к концу года. Ну и далее разработчики подкрепили свой пост обновленным дизайном гопницы Кати, ее скетчами, а также буквально 20 мая вышел пост о том, что разработчики последние недели усердно трудятся над кодом игры, так как не хотят, чтобы игра выглядела со стандартным ранпаевским движком. И за это им прям респектос. Круто, что разрабы пытаются запариться и сделать не как все. Далее в посте написали, что рисуются новые персонажи и иллюстрации. Пишется ветка Милы и пишется музыка. Чувствуете, как работа кипит? Ну, а также просьба, мол, если вы художник, актер озвучки и хотите помочь в разработке, писать в ЛС-группы или на почту. Группу я оставлю в описании, а почту вы видите на экране. Кстати, разработчики, я бы не отказался бы сыграть какую-нибудь, ну, маленькую роль на пару фраз. Пингвин меня обижает, зачем ты так говоришь? Маша, я не хотел, я не понимаю, почему опять я появился и опять какая-то хуйня, я ничего не делал. 26 числа в 17:00 по Москве будет то, чего многие так ждали. Интервью с голосом самого нераскрытого персонажа данной новеллы. Это интервью с батей Антона, а.к.а. Михаилом Глушковским. Поговорим о том, как он попал в данную профессию, как попал в команду озвучки «Зайчика», его отношения к персонажам «Зайчика» и к своему персонажу в целом. И многое-многое другое. Также задам ваши вопросы. И, кстати, если ты хочешь, чтобы я задал твой вопрос на стриме, то переходи ко мне в сообщество и оставляй под этим постом свой вопрос. И если он адекватный и не касается спойлеров к эпизоду, я его обязательно задам на стриме. Приходи, ссылка на стрим в описании. Эпизод готов на 98%. Ну кому не похуй, когда все знают, что эпизод выйдет 31 мая. Но я хотел бы поговорить не о процентах, а о постах, которые выходили с этими процентами. Из последнего, что мне показалось интересным, так это то, что на самом деле игра называется не Тини-Бани, как я привык ее называть, а Тайни-Бани. Спустя несколько десятков роликов я узнал, что все это время я коверкал игру. Да простит меня Сай. Ну и также последний пост с 98%. Там Сай рассказал о том, что дата выхода объявлена, и каждый, кто владеет игрой, получит
получит бесплатно доступ к четвертому эпизоду. Также поделился, что улучшены слоты сохранений, судя по всему, их стало больше. Ну и про какую-то кнопку для лучших, по мнению разработчика, настроек звука по умолчанию. Хз, что за кнопка такая и что она в итоге делает, но слышится неплохо. Ну и экспериментальная рубрика напоследок. Новости канала. В ближайшее время планируется куча видосов по зайчику, как ни странно, да? А также прохождение по таким новеллам, как «Кужелевка», «1997», «За закатом неминуемый рассвет» и «Медовый погребок». Это то, на что лежат ключи, и во что мы точно с вами должны поиграть. Поэтому пиши в коммент, какую новеллу ты ждешь больше всего, и какие новеллы ты хотел бы еще увидеть на канале. Ну а данный ролик подходит к концу. Надеюсь, вам понравилось. Пишите комменты, подписывайтесь на канал, а также не забудьте подписаться в ТГ, Дискорд и Твич, ведь там я показываю лайв-контент, а также уведомляю о стримах и видосах. Ну и если хочешь поддержать, то переходи на Бусти. Там, к сожалению, пока ничего толком нет, но как только там появится хотя бы 10 платных сабов, то начнем постить какой-нибудь эксклюзивный контентик. Ну и у микрофона был тот пингвин. Всем до новых встреч!